Студенческая конференция кафедры теории языка и межкультурной коммуникации прошла 15 мая в Российско-Армянском университете. Поделись своей историей. Именно под таким названием прошла конференция, в которой приняли участие студенты первого курса направления лингвистика. В ходе конференции было заслужено 11 докладов на различные темы, среди которых были «Геноцид армян моими глазами», «Комитаз», «Терминология геноцида». Также один из докладов был на тему песни, которая представлена на Евровидении от Армении. В рамках конференции также прошла благотворительная акция в помощь студенту Гору Дарманяну, который служил в армии на территории Арцаха и был госпитализирован с тяжелыми ранами. Преподаватели и студенты испекли пирожные и провели акцию в помощь Гору. Весь заработок был отправлен студенту. Мероприятие организовано преподавателем кафедры теории языка и межкультурной коммуникации Туманян Гагине.